Друзья мои, и сегодняшнее видео начинается у меня с пиццы, но это пицца для Шкыма. Я, конечно, не попробую кусочек теста из йогурта, я же сделала много про запас. Вот так вот выложила я на пергаментную бумагу для запекания. Почему? Потому что, чтобы не подгорела она тоненько-тоненько, вот видите, вот так вот я ее раскатала. Ну, туда сосиски, болгарский, сыр двух видов, майонез чуть-чуть и маслинки. И масло, естественно, сливочные кусочки. Сейчас буду отправлять это в духовку на 180 градусов. И буду кормить Ашкыма. Такая пицца у меня получилась красивая. Вот такой компот я сделала. Это не пиво, это просто табаком большой стакан из айвы. Иду кормить Ашкыма. Сегодня я получила посылку по почте. Даже не знаю, что там. Но мы же сделали много покупок, а пришло. Ашкым, не Бертан и Саджи Гельды Бугюн. Парча Гелья. Герчектен? А, по, не все вместе, что сделали заказ, а каждый день. Ярында Олабилир. Видимо, и в Руше да Гельмиды, и в Руше мое не пришло. Ну, смотрите, чем делает. Виним маникюр пилкой. Ашкем, бычак Олабилир мысы? Табам, чабук. Bant yapmışlar ki. Evet. Что это такое? Ой, микрофон мой. У меня, друзья, будет микрофон. Ой-е. А ну покажи, гёстырка, не рисим, рисим, орда. Посмотрите, вот такой микрофон. Были ли Адимашкам гёстырмек? Вот такой микрофон, профессиональный. А ну-ка посмотрим, хадешкам. Чабук, чабук. Ой-е. Там чайник приготовлен. Сейчас, Ашка. Герчектен микрофон, настоящий микрофон, девочки, мальчики. Я тут сижу с чайком, с кофе, то есть. Ну, в общем, вот такой микрофон соберем и покажем. Посмотрите, какой у меня микрофон. Микрофон у меня. Тра-та-та, тра-та-та. Ой, я такая счастливая, буду такие видео вам записывать. Да. Настоящая телезвезда буду. Не так, девочки, мальчики. Смотрите, какой микрофон. Вот. Еще на этот микрофон можно одеть вот эту шапку, и на улице я буду идти. Не один шум. Сторонние, они не помешают. Вот так же классно. Ждите мне от меня новых видео с моим микрофоном новым. А также, наверное, на днях придут и следующие наши заказы. Я вам все покажу. Получила посылку от Ивруше. И сейчас вместе с вами посмотрим, что мне прислали. Посмотрите, какая красивая стала. Чанта Гиби, да? Как упаковали, блин, вообще пипец. А что такое? Посмотрите, какая красота. Так, мои хорошие, заказывала я этот крем долгожданный. Yeah.
Ой, девочки, посмотрите. Genesis эликсир. Он очень хороший. Еще потом закажу в следующий раз ночной. Что-то завозилась и перешла к оплате. Что-то свет выключили, интернет, и потом забыла. Но ничего, будет еще время. Вот такой, посмотрите. Такой красивый тюбик. Бирас якыль, Машкыль. Какая консистенция. Ой, запах обалденный. Красота, я так долго ждала. Так, значит, этот крем стоит 250, со скидкой 180 сейчас. Еще что мне пришло? Чтобы себя не зарезать, не порезать. Я заказала тушь Ив Роше. Посмотрю, как она, потому что я же каждый день я мажусь, да? Посмотрите, какая. Сейчас вместе с вами открою. Ой, как это все. Вильники из Зикс. Так. Вот такая. Не знаю. Мне кажется, будет хорошая. Вот. Там, так. Ну, я покажу глазки, когда накрашу. Из-за того, что я купила это, мне подарили это в подарок. Бухедешкин. Буалдым. То есть, вы если купите на сумму 250 и больше, 250 минимум, это вам было подарок. Так что будем сейчас пробовать и смотреть. Ой, посмотрим. Супер, супер! Благодаря платформе GQS мой кошелек никогда не пустеет, друзья мои. Еще стараюсь сделать кое-какие заначки. Спасибо, GQS. Посмотрите, какой цветочек мне принес Аским. Я такая счастливая, девочки, мальчики. Знаете почему? Не то, что тут от того, что такой дорогой или нет. Внимание самое. Пошел за хлебом, вот купил, что встретил там в магазинчике. Спасибо, спасибо. Я почувствовала сегодня себя женщиной. Женщина, женщина, женщина. И ты мужчина, скоро Света запоет. Вот такой завтрак кушает мой муж. Ну, а мы получили две посылки. Вот сейчас Ашкем пообедает, позавтракает. И мы посмотрим вместе с вами, что это такое. Посмотрите. О, ждите, не переключайтесь. Ашкем, даха давар. Дахабир. Еще не заканчиваются наши заказы и посылочки. Привет, привет. Сижу, кушаю яблоко. Это мой завтрак. Когда на диете, как чувствуется вкус всех фруктов и яблок. Кстати, я сегодня сделала макияж, нанесла новый крем и тушь. Посмотрите, пожалуйста, какая она классная. Тушь очень хорошая, я очень довольна. И крем так прямо приятно стало лицу. Посмотрим на эффект. Морщинки, конечно, он не уберет мои, но коже приятно. Жду, пока Ашкем позавтракает и будет паковать посылочки. Что за посылочка мне пришла? А, Чашкин, чабук! Чабук таки? Ашкин, чабук, чабук. Чабук, чабук, да. Более лязем. Короче, Ашкин без меня не справился. Я разорвала эту бумагу. И сейчас он будет собирать. А что соберет, мы вам покажем. Что это такое? Посмотрите. Какая красота. Сейчас будем открывать вторую посылку. Жились мы, что швабру получаем по интернету, покупаем. Это самая крутая швабра. Ашкем как положил ее. В общем, чистота будет теперь у меня все блестеть.
Мои хорошие, вы сейчас подумаете, что чем я тут занимаюсь, пока пришла, аж к Ибусну. А готовлю я сейчас ему ужин. Пожарила я ему хамси. Хамси пожарила. Будет кушать мой Ашким. Смотрю, что-то его не видно, не слышно. А он, оказывается, храпит. Ашким! Ашким, Уян! Приготовила таких вкуснятин. А он заснул. Такой салат красивый. Супчик, хамсу пожарила. Вот, мои хорошие. Вот так это надо делать. Вот так, лимончик. Пускай кушает Ашким. Сегодня мы поменяли ковер в этой комнате. А этот постелили сюда. Сделали перестановку. Теперь у меня есть свой кабинет. Мое рабочее место. Кресло я хочу купить себе такое специальное. Вот, посмотрите, какое у меня красивое рабочее место. Я всегда мечтала о таком рабочем месте. Два компьютера. Блокнот. Все-все-все, друзья мои. Моя розочка вчерашняя. И вот мой микрофон. Алло, алло, алло. Здесь я, значит, включается у меня. Сейчас я вам включу. Свет. Деловая колбаса, посмотрите. Моя такая красивая лампочка. Я всегда, когда я буду сейчас вести с вами репортаж, вы все увидите. Сейчас я вставлю сюда тоже телефон свой. И вообще прикольно. Все увидите мои морщиночки. Дурячуся. Ашким кушает рыбу, а я... Сегодня я довольна сегодняшним днем, несмотря на плохие новости, которые я получила опять с утра. Даже не хочу говорить о моей... Крестная моей дочери. Отец в тяжелом состоянии. Главное, вчера на ногах ей с ней разговаривала, дал ей грязное постельное белье, вынес. А утром мне ответил на звонок, и у него была остановка сердца. Наверное, скорее всего, тромбоэмболия произошла. И он на искусственном аппарате лежит. Ой, так стараешься как-то отвлекаться от плохих мыслей, что-то делать, развиваться, а столько смертей рядом. Прямо боюсь сейчас даже звонить. Пусть Бог поможет всем больным, кому сейчас очень тяжело.